И для меня, честно говоря, большой вопрос, почему на сегодняшний день Енисей занимает 16 место с такой игрой. С такой игрой, как минимум, он должен занимать, он должен быть в пятерке. Но в футболе так бывает. Где-то невезение, где-то очки потеряли, там потеряли. В домашних играх проблема, там ни одну игру еще не смогли выиграть. Но это чисто, я думаю, что такой психологический момент. А так, в целом, вот после этой игры я дал свое согласие, я понял, что с этой командой можно работать и можно добиваться больших результатов.